событию наверняка обрадуются не только жители микрорайона Нурсад. Больше не придется добираться до центра, чтобы оплатить налоги, коммунальные услуги или отправить посылку и населению еще нескольких микрорайонов и отдаленных улиц. В их числе все три микрорайона Самал, Кайтпас, Туран, Тулпар, Достык и улица Дулати до пересечения с Иляева. Ну, нацелена работа отделения на прием платежей от населения, коммунальные услуги, налоговые услуги и платежи по Казахтелекому. Пенсионерка Рукия Иманова открытие нового отделения Казпочты ждала с нетерпением. И сразу после открытия пришла, чтобы узнать, можно ли здесь выписать на дом любимую газету «Онтустык-Рабат». Оказалось, можно. Очень удобно, поближе нам стало ходить. Очень я рада. Обрабатывать и доставлять отсюда почту по домам будут 25 почтальонов. Со временем в новом почтовом отделении появятся и абонентские ящики, чтобы желающие могли забрать свою почту прямо здесь. Это уже четвертое отделение почтовой связи, открытое в Шымкенте с начала года. Ирина Притула, Николай Иванов, Платон Леденев, информационная служба телекомпании ОТРАР.